Единственное, что мы можем, с чем мы можем быть связаны, это законы природы, потому что это выше нас, это не изменяется, не зависит от меня. Это Творец. Природа — это Творец, это высшая сила, это находится выше нас. Хочешь ты того или нет, эти силы существуют. Ты изменишься, окружение изменится, законы эти не изменятся. Так как ты можешь ими пренебрегать?